Привет, друзья! Как говорится, поразитесь, удивляйтесь. А вот автор. Помощник. Вот автор работы, а это помощник. Это я картину нарисовал. Вот она картина. А я будущий ангел-велосипедист. Это будущий художник, а это автор, который разместил картину на майке. Скажи, пожалуйста, как тебя зовут, чтобы тебя знали все? Меня зовут Яна Цеплакова, и я помогаю Хосе реализовывать его творчество на футболках. В разных направлениях, да. Смотрите, вот у нас только-только недавно был Константин Михайлов, который привез мне подарок. Здесь флешка с нашим методом. Самые такие моменты там раритетные. И как раз ты вдруг приходишь в гости с Майкой. Сегодня целый день подарков. Слушай, получилось, что у меня праздничный день получился. Ну, это же замечательно. Да, и ты представляешь, нас смотрит школа «Человек будущего Homo Futurus», и все начинают видеть и понимать, что можно из изобретения с творческим подходом сделать сколько угодно различных программ, различных продуктов. Правильно я говорю? Да. Майка крутая. Слушай, ты очень хорошо сделал. Спасибо большое. Посмотрите, спасибо. Это да, и да. Это. Вот именно. Итак, до встречи, друзья.